Это мы же будем резать, или это я буду есть? Ты будешь есть. Ладно. Спасибо. Всем привет, мои хорошие. С вами Айка, Эмили и... Голодная Асквотима, очень голодная. И сегодня мы снимаем очередное новое видео. Кстати, знаешь, что я забыла? Принести сырный соус из холодильника от Слобода. Одну минуточку, я сейчас иду. А я буду бороться со своей силой. Ты пока что не ешь. Я сказала, не ешь. Слобода, у тебя еще и цезарь соус. Да, я купила два соуса, которые уже показывала в своих видео. Один это сырный соус, другой цезарь. Вот когда я так делаю, она меня бьет, а сама рекламирует какой-то слобода. Непонятно зачем и бесплатно. Вкусно, вкусно. Бесплатно вообще. Ну и что, зато вкусно. Хейролар ты рекламируешь. Зачем? Туда же все смешается? Вот так вот. Ладно. Смотрите, как она, этот крысиный вот этот крысиный. У нас, значит, челлендж не запивает, мы не пьем воду. Я даже знаю, кто выиграет, но да ладно. Давай это все насыпем вот сюда. Это уберем. Вот пошелестим еще чуть-чуть. Да. У нас здесь наггетсы. Как я по ним скучала, господи. Ой. Кисло-сладкий соусик из Макдональдса. Обожаю. Я Айку подсадила на этот соус кисло-сладкий. Ты очень с краю. Мы очень голодны. Как тебе цезарь соус? Я его ела. Вроде как. Или это была другая фирма. Очень напоминает цезарь. Соус хороший. Вообще, слобода стоит дешевле. И вкуснее. На слободу тоже я подсадила, можно сказать. Да и подписчики тоже посоветуют. Подписчики мне написали в комментариях, что зачем ты покупаешь Хайнс, купи слобода. Он и дешевле, и вкуснее. Но я была первее них. Я тоже тебе советовала. Хорошо, да, ты первая. Меня она не послушает, а вас послушает. Видите как? Вот так вот. Как же это вкусно. Ой, я хочу запить. Давай, давай, давай. Хотеть не вредно. Вот так немножко посрам. Наггетсы, они божественные, они горячие, они такие вкусные. Я о них мечтала последнюю неделю. Поставь это сюда, чтобы всем видно было. Не бей меня. Бабушка меня убьет за локти на столе. Предупреждаю бабушку, что еда обычно так не лежит. Поэтому это не стандартная ситуация, хорошо? Последний наггетс. Мама. Я хочу пить. Пей. Кто запретит тебя? Специально взяли большую колу. Это картошка от Макдональдса, такая тоненькая. Мы как-то делали обзор KFC против Макдональдса. Из-за того, что картошка у них тонкая, она проиграла, да? Да. Но зато деревенская картошка. Вообще деревенская картошка и в KFC, и в Макдональдсе, она одинаковая. По размеру, да. Но по вкусу лучше была из Макдональдса. Потому что в KFC она не прожаренная какая-то бывает. Всегда так. Не понимаю, как. Но факт. Все равно вкусно. Не шелести. Тихо. Не дышим. Красавчик, это чизбургер. У меня биг тейсти. Знаешь, как будет тема? Берем эти соусы.
Делаем вот так. Макать бургер? Да. Нет, у меня в Биг Тейсте свой соус, поэтому мне макать не надо. Ты все равно запивать не будешь. Я запью. Биг Тейсте. Ты будешь запивать. Только после тебя. На что мы спорили, подожди? Ни на что, просто ведем. Кто запьет, тот оплатит все это. И так я оплатила все. Ну, если я запью, я верну деньги тебе. Чего я не сделала? Пофиг. Я не могу сейчас в видео сидеть и вот так вот умирать от жажды. Она издевается. Она попила ел! Чокнемся, Арка. Твое здоровье, пенное здоровье. Вот что я люблю. Как же я люблю Макдональдс. Реально с колой в тему Макдональдс. Хоть я и не любитель. Макаем. Я вообще люблю колу. Но стараюсь меньше пить. Да, 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 да. Мы все так и поверили. Не всегда получается. Вся страна пытается меньше пить колу. Но ни у кого это не получается. Кроме меня. Кстати, Фатя начала ходить в спортзал. Раз в 10 дней. Купила абонемент и забыла про него. Надолго. Я не забыла, я помнила. Просто помнила. Я тоже хочу начать ходить в спортзал. Просто ехать куда-то мне неохота, а спортзал около моего дома, он просто ужасный. Я хочу, чтобы было отдельно. Парни отдельно, девушки отдельно. А там типа разница в часах. То есть утром приходят девушки, а вечером... парни. Ну, может быть, что кто-то перепутает и придет утром. Да-да, не пустит. Мне лук положили. Мне тоже положили лук. Надо было предупреждать. Я не люблю лук, но придется есть. Господи, лук. Ну, для кого они его кладут? Кто-то любит лук? Помнишь, как все начиналось? Суши и Макдональдс. Первый раз, когда попробовала этот чизбургер, я подумала, как это может быть, что булочка сладкая, внутри соленая, что за гадость вообще. Но сейчас я понимаю, что это произведение искусства. Я люблю, когда сладкое и соленое сочетается. Картошка фри. Может, перейдем на ПП? ПП что такое? Правильное питание. Я уж испугалась. Что она мне предлагает, я думаю, ПП. Да я просто всегда за ее идеи, за любую движуху, кроме голодовки. Это не голодовка. Можно. Неделя правильного питания. Можно, ты думаешь, что-то изменится? В каком смысле изменится? То есть мы будем чувствовать себя лучше, да. Или... Да? Будем. Очень много лука. Здесь тоже. Я люблю лук в еде, но не в бургерах и не в таком большом количестве. Не так крупно нарезан. Но так в остальном все отлично. Все. Все.
Как ты мог закончиться? Хочешь? Можешь. Спасибо. Кушай. На здоровье пока. Съем все, что есть здесь. Надо было вначале предложить. Да я все равно не хочу. Трудно жевать и не проглатывать достаточное количество раз. Не могу себя сдержать. Мне все в комментариях пишут, что я хорошо не прожевываю пищу. Просто глотаю. Она сама тянется туда. Рефлекс. Я просто вырезаю те моменты, когда я долго жую. Ну да, это тоже есть. Я не вставляю видео, вот просто вот сняла, выложила. Нет. Кстати, кому интересно, вот эти соусы от Слобода у нас стоили 1 манат 90 копеек. Браво! Че ты так разрекламировалась этими соусами? Вдруг кто-то захочет. Они тебе заплатили, а ты не делишься со мной. Нет. Я спалилась, да? Слопали все. Если скажут, что Фати слопала большой бургер, а Вальки был маленький, какая Фати плохая? Мы когда заказывали, стояли рядышком. Сами выбирали, да. Да, сами выбирали. А на этом все. Мы очень надеемся, что это видео вам понравилось. Если это так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы. Ссылка на мой канал будет внизу, также на наши инстаграмы. Да, вот здесь вот напишем. Желаю вам приятного аппетита, удачного дня. С вами была Эмили и Асквати Мама.